Расскажи, ты первый раз убиваешь женщину или я попала к опытному стрелку? Расскажи, как они умирали. Как долго мучились? Со слезами и стонами или совсем без слез? А тем, кто особенно бегали и конючили, ты предлагал свой наркоз? Поделись-ка, как они спасались? Запевали тебя? Писали тебе стихи? Расскажи, ты для каждой был ее вдохновением. Ты хоть одной сказал: беги. Расскажи, хоть одна убежала? Признавайся, ты же им не дал уйти. Я вчера умирала с половины восьмого вечера. Ты хоть пытался меня спасти? Может быть, мне уехать? Куда? Да куда угодно, я выплююсь, выплачусь, высплюсь и стану дышать. Может, я окрепну и стану тебе подобной. Вдруг я стану особенной, а не одной из них. Стану стервой, покрашусь черной или рыжей. Вот представь на минуту, я выжила. Пожалуйста, не спеши меня хоронить.